Друзья мои, всем огромный привет! Я сегодня нахожусь в районе Металлургов, и покуда у меня есть время, я хочу снять, так сказать, культурные ценности Запорожья. Дворец культуры Металлургов. Огромное здание. И оно еще, оказывается, функционирует по полной. Погода нас, конечно, не радует, как и не радуют вот эти вот дела все. Ну, я надеюсь, весной это все сделается. Вот такие дела. Сейчас посмотрим, чем служит для народа, так сказать, дворец культуры. А вот чем. Кружки разные, то есть можно детей сдавать. Возраста указаны. Находится дворец Металлургов. Улица Незалежная Украина, 17. Здание, конечно, большущее и огромное. Видите, какое? Вот такие дела. Советская постройка, что вы хотите, с размахом делалось. Мне тут элементы фасада нравятся. Я не знаю, какого года он постройки, правда, но я думаю, возраст приличный. Ну, понятно, что делался ремонт. Навес хороший сделанный. Вот так вот. Видите, во многих домах жилых вот эти все элементы фасада, они просто варятся. Здесь же сделали реконструкцию, и все на месте, видите. Почему нельзя сделать в жилых домах нормальный ремонт, чтобы люди жили и пользовались еще этим добром десятилетия. А вот такие вот здесь дворики. Трехэтажный, четырех, пятиэтажный. Сейчас немножко пройдусь, посмотрим. Видите, трехэтажка старенькая, но тем не менее люди для себя делают нормальный ремонт. Видите, балконы делают нормальные, окна здесь интересные, такие не совсем стандартные, скажем так, они небольшие, но очень-очень симпатичные. А вот шикарный балкон какой, смотрите. Класс. Ну, мне кажется, это, наверное, может быть даже и не совсем жилое, как под офис, мало ли. И такое может быть. А здесь, видите, вот пятиэтажечка у нас такая примыкает к этому дому. Детский садик, наверное. Там новострой, видите, какой шикарный. Это Металлурга, по-моему, 12. Друзья мои, ну мы с вами сейчас пройдемся к Запорожской академии. Это державный заклад. Я думаю, те, кто учились, может быть, уже и много лет прошло, вам будет интересно посмотреть, как сейчас выглядят эти места. Вот эта трехэтажка старенькая, такая уже, знаете, подубитая, но все-таки там вот пытались что-то делать. Трещины такие, но
когда-то кто-то что-то замазывал. Первый этаж вот бизнес. Разные офисы, магазинчики. Ресторанчики. Видите, виноград. А его обрезали, походу. Висит мертвая ветка. Там что-то с крышей тоже не воды. Короче. Все тут происходит. Вот наш дворец Талогов. Остался позади. Ну, мы с вами идем дальше. Это мы идем с вами по улице Добролюбова. Добролюбова 9. Кто живет в этом доме? Привет вам огромный. Мне нравятся вот эти дома, видите? Я не знаю, это, наверное, штукатурка такая именно. То есть я не думаю, что это целые такие блоки. Типа как сейчас, газобетон, пенобетон, я не знаю. Я думаю, что это дом монолитный, а просто вот такая, наверное, сделана все-таки фасад, штукатурка. Ну, я так думаю, по крайней мере, не знаю, не уверен. Вот, но насколько она прочная. То есть это еще делают советские времена, наверное, 50-е годы. Но все классно. Полиграфия, канцелярия, то, что нужно. То, что нужно. То, что нужно людишкам, которые учатся в академии. Сегодня понедельник, но здесь спокойно. Мне помнится, там года 2-3 назад такое движение постоянно было. Дизайн, печать, сувениры. Пейдж. Потом суши, пицца, что хотите. Студия красоты. Друзья мои, ну вот сама академия. Вы видали? Перейдем с вами на ту сторону. Посмотрим. Мне кажется, за это время здесь ничего не изменилось. Окна родные. Кирпичик родной, никто не трогал. Но нет. Вот на втором этаже, видите, поменяли окна на металлопластик. Третий этаж немножко, но... А много родных, конечно. Сыновчальный корпус, ребята. Запорожский национальный университет. Корпус 11. Вот так им выглядаю. И сейчас обойдем его на колу. Полностью. Этот корпус и посмотреть его масштабы. А масштабы не маленькие. Инженерка. Кто-то ж, наверное, заканчивал с красными дипломами. Все шикарно. Все чё... Я не знаю, правда, неправда, слышал, что у нас с этого года, 2021, вроде бы в Украине отменили красные дипломы. Не знаю, правда, это неправда. Но такое слышал. Вот так вот. Может быть и брехня даже. А вот смотрите. Начальный корпус номер 10. Ну тут пакеты у нас все заменили, конечно. На металлопластик. Двигаемся дальше. Мы с вами поворачиваем другим ворочем. Идем к проспекту вдоль инженерной академии. Движемся, движемся. Все, конечно, такое, знаете, его бы подкрасить, где-то почистить. И еще был бы видон ничего. Но маем это шамаем. Здесь учатся иностранцев много. Это однозначно. Вот вам свидетельство. Люди, возможно, с Индии даже. Как-то кучками люди, возможно, какие-то экзамены проходят. Даже не знаю. Сейчас посмотрим. Малыш поет песни. Ну вот, ребята, смотрите, у нас Запорожский национальный университет. Это есть центральный вход, так скажем. Так, засновник индустриального института. Перший ректор, доктор технических наук, профессор. Потребня Юрий Михайлович. Так что всем желаю настроения, бодрого духа. Учитесь. И, так сказать, укрепляем страну. Вы же инженеры. Поэтому все должны это уметь, знать и делать. Так, что у нас там за крики посторонние по проспекту? Меня интересует, смотрите, какой балкон.
на третьем этаже. И окно такое, мне кажется, там даже никто не проживает. Почему-то. Но балкон в свое время был шикарный. Смотрите, какая его архитектура. Супер, да, балкон? Видите, как? Там какие-то же деревья поросли на этом балконе. Шикарный балкон, конечно. И видите, как он угловой. На две стороны. Просто супер. Окна старенькие, ничего не вижу, ни занавесок, ничего абсолютно, поэтому, возможно, даже люди не живут. Вот такой дом. Весной немножечко убраться нужно будет, и люди платят за обслуживание, и будет все четко. Ну что, друзья мои, поднимаемся на проспект еще немножечко. В этом райончике с вами покружим. Это мы как раз выходим на концертный зал имени Глинки. Ну, хочу сказать, район классный. Центр, но тем не менее, вот чуть во дворы уже тишина. Да, дома старенькие, но они в цене, ребята. Цены здесь хорошие на квартиры, поверьте мне. $900 за квадрат. До 1000 таких домах цена добегает однозначно. Ну понятно, что если с ремонтом, если без ремонта, то дешевле, конечно, будет. Но с ремонтом цены на любом. Видите, у нас уже снег сошел. Обещают нам еще. То, что зимушка, зима, подкинет снега. Но будем смотреть. Небо затянуто, конечно. Периодически дождь, потому как температура плюсовая. Все, друзья мои, мы с вами на проспекте Ленина, бывший. А сейчас проспект Соборный. Ребята, совсем чуть-чуть, и там у нас уже плотина. Ну вот перед нами концертный зал имени Глинки.